Здравствуйте, меня зовут Алексеева Виктория. Я живу в городе Пионерском Калининградской области. Я благодарна организаторам конкурса за то, что я попала в лонг-лист. Литературный конкурс «Лист» объединил наши сердца. В душе энергии прилив мечта поэта и чтеца. Мы в наших разных голосах услышим авторскую мысль. И муза где-то в небесах для нас откроет новый смысл.